В общем, вдалеке где-то летело до хрена. Пока на сопочку выехал. Куда-то они пропали за лесополосой. Вон там веревки. Куда-то тянут. Вот они. Это сквозь стекло автомобиля снимаем. Вот где-то идут они, по-моему, в сторону Казахстана. Туда уходят. Все-таки выгнало их морозом. Назад. Наверное. Ну, больше пока не видать. Сейчас постою. Подожду, может, еще что-нибудь где-нибудь пролетит. Вон табуны уток летят. Целая гора. Туча. Блин, ничего не вижу в этот фотоаппарат. То ли видно, то ли нет. Ну, короче, вон там вот. Вот. Целое облако пролетело. Вот это двинули. Сопочка. Гора. То ли видно, то ли нет. Ладно, дома глянем. Вся дичь идет, и гуси туда летят, и утки туда летят, откатываются назад. Глядишь, повезет еще 14-го. Ха-ха, вон они летят в сторону Казахстана. Скопище. Не подскользнись. Так. Семенит лапками своими. С пробуксовочкой. Такая вот ситуёвина на 1 апреля. Может, это они пошутили? Да дальше полетят. Вот. Переехал на другую сторону. Отсюда солнышком освещает. Получше видать, покрасивее. Кряковых не видать. Шила хвость одна, что ли. Вот он сидит. Вот. Поплавки и шила выставили. Не хватает кряковых серезнишек. Покрасочная бы картина была-то.
Сейчас уже батарейка помрет, блядь, и я все налюбоваться не могу. Же надо было, блядь, родиться. 100 шоу и охотника.